ефірі прес-центр телеканалу «Відкритого». З вами Анна Гарбанчук. І наразі говоримо про таке. Коли перші змагання на стадіоні імені Петра Лайката, як дніпрянам кортить перейменувати спортивну арену? Сьогодні в наших гостях Олександр Осіпов, начальник управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, та Ростислав Голубовський-Ярощук, заступник начальника управління Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з того, на якій готовності так стадіон. Ростислав, питання до вас. Да, стадіон готов на 95%, повністю вже встановлені трибуни. Сидіння на трибунах в дальнішому плануємо встановити ще VIP-міста, тобто VIP-зони. Положено асфальтное полотно, полностью все благоустройство сделано, и также была сделана вся коммуникация, которая по территории данного стадиона. Скажите, будь ласка, щодо обладнання, ми всі читали пост мера Дніпра, де він написав, що саме це обладнання використовують так для стадіонів, там, де проводяться Олімпійські ігри. Конечно же, да. У нас там буде итальянское оборудование Mondo, со старт-финишем, которая будет полностью со всем комплектом, как во всех других странах. Она будет как бы фотографировать и старт, и сам финиш данного человека, спортсмена, который будет бежать, либо кидать копье, либо метать диск. Поэтому мы ничем не будем отличаться от другого европейского стадиона. Пане Олександр, про перейменування стадіону. Чому ви вирішили прибрати, так мовити, стару назву? І чи є вже версії та пропозиції від дніпрян щодо нової назви? Ну, во-первых, что стадион будет носить название и статус, это легкоатлетический стадион, где будет процентов 80 проводить соревнований. И учебно-тренировочного процесса – это вид спорта легкая атлетика и соревнования по легкой атлетике. Естественно, там будут проходить какие-то игры по футболу, возможно, даже матчи второй лиги. Но концептуально стадион – это легкоатлетический. Сейчас, неделю назад, объявили в социальных сетях Федерации легкой атлетики города Днепр, Марина Филатова с своими коллегами объявили про выбор названия нового стадиона, поменять название. И на данный момент идет обсуждение, поэтому я думаю, на следующей неделе мы уже получим новое название, которое мы донесем в медиа, в прессе и жителям города. Также помним, что и мэр на своей странице в Фейсбуке делал пост, где мы также учитываем комментарии жителей города. И на следующей неделе у нас уже есть как бы три названия, которые чаще всего они упоминается в комментариях, но давайте мы дождемся официального. Ну, хоть несколько назвать. Нет, давайте. Это будет, пишут очень много, их больше 500 комментариев, поэтому официально мы предоставим три названия, которые были чаще всего упомянуты в комментариях или получили больше всего лайков, поэтому мы ждем официального комментария или от мэра, и будет представлено это на следующей неделе. Чому ви вирішили обрати нову назву? Чому ця не влаштовувала? Так, як я сказав на початку, що стадіон легкоатлетичний, дійсно, спочатку це був стадіон імені Кірова, він називався. Взагалі, в 1930-х роках там построили рядом з заводом спортивну площадку. Потім, в 1950-х годах построили стадион. В 1960-х годах стадион начал принимать официально матчи по футболу. Петр Лайко – это, да, знаменитый футболист, он играл во многих командах, также он потом тренировал на этом стадионе командную.
Но в 2015 году распоряжением городского головы было, в связи с декоммунизацией, стадион был переименован на Петра Менелыка, который носил название раньше стадион имени Кирова. Поскольку стадион будет легкоатлетического профиля, и я считаю, что он должен носить название как статусный стадион без каких-либо личностных, чтобы никого или не обидеть, или из футболистов, или из легкоатлетов. Также было рассматривался варианты предложения каким-то большим компаниям инвесторов, чтобы они взяли под контракт, допустим, на какой-то долгосрочный контракт, к примеру, как это там в Германии, там Mercedes-Arena или другие названия больших компаний, инвесторов, чтобы был включен, вшит в название стадиона с учетом дальнейшего финансирования стадиона и подписанного бы контракта. Этот вариант тоже рассматривается, поэтому он еще, возможно, в будущем будет применен. Ну, я, якщо чесно, щойно подивилася коментарі під постом, і декілька назв все ж викремила. Перлина Дніпра, Дніпро Олімпік та перемога. Да, чи, можливо, такі... це близенько это, серед тих варіантів, вот, які... Вот, є такі названия, навіть є Амур Дніпро, Олімпік Дніпро, Дніпро Атлетикс, вот, як ви назвали, Перлина Дніпра, дуже много названий, уже три чаще всего упомянутых, и где больше всего комментарии пишут жители города и обговаривают, выбраны. Поэтому, я думаю, на следующей неделе мы вам предоставим уже официальное название стадиона, которое будет дальше переименовано распоряжением юридическим документом. Це в будь-якому разі дуже добре, що дніпрянам дають слово, як називати новий стадіон. Давайте рухатися далі. Щодо норм, за якими так реконструюють стадіон, пане Ростислав. Да, норми там будуть з легкоатлетичної федерації, міжнародної асоціації. Тобто федерація приїжджає регулярно на даний стадіон, ми обговорюємо всі за і проти, для того, чтобы мы были на уровне с международными стадионами. Добре, а пане Олександр, наскільки масштабними можуть бути змагання на цьому стадіоні? Ну, ми зараз не говоримо про Олімпійські ігри, то занадто мрії. Однак. В першу чергу ми плануємо проводити і приймати соревнования всеукраїнського рівня, також стадіон буде приймати всі соревнования городського, обласного и всеукраинского уровня. Вообще в планах, чтобы стадион получил вторую категорию, эта категория позволяет принять чемпионаты Европы и международные соревнования среди юниоров. Коли буде відкриття, чи планується саме його приурочити до якогось вже певного змагання? Да, открытие стадиона планируется совместить с чемпионатом Украины среди юниоров, который будет в июне месяце. Это будет открытие масштабное, оно будет красивое, будут приглашены и жители города, и вся легкоатлетическая общественность не только из Днепра, но и из Украины, которая приедет на соревнования. Это будет открытие красочное, и я думаю, жителям города понравится и не только сам стадион, но и открытие. На відкриття зіркових гостей спорту будете запрошувати? Конечно, мы будем приглашать и звезд, но у нас есть наши звезды, такие как и Ярослава Могучих, Анна Рыжикова, Михаил Кохан, непосредственные легкоатлеты, которые являются звездами мирового уровня, и они наши днепровские спортсмены, и будут также принимать открытие в чемпионате Украины и самого стадиона. Чи планують цих зірок спортивних тренувати на цій арені? Да, на этом стадионе планируются тренировки наших ведущих спортсменов, мировых спортсменов, то, как я назвал, это Ярослав Могучих, Анна Рыжикова, Михаил Кохан, многие другие, Нестеренко, медаль копья. Также на этом стадионе планируется и учебно-тренировочный процесс школы номер 3, которая недавно была у нас после реконструкции сдана. Это сейчас считается одна из лучших школ
в Украине не только по инфраструктуре, но и по результатам. Также планируется учебно-тренировочный процесс отделения легкой атлетики, комплексной школы, которая у нас есть в Днепре, будет проходить именно на этом стадионе. І ще уточнення щодо зірок та спортсменів зрозуміло, а просто ті люди, які живуть поруч, з якими правилами вони можуть приходити на цей стадіон та займатися там? І як будете контролювати, скажімо, чи не псуватимуть комунальне майно? Я хочу сказати, що що стосується стадіону і любителів спорту, і які просто хочуть прийти побігати, це буде прописанные правила, они будут достаточно жесткие. Это будет выделено определенное время, определенная дорожка. И по правилам, которые будут прописаны, это обязательно спортивная форма и справка. Там будут любительские клубы заниматься, они могут записываться в любительские клубы. И только после этих соблюдений всех правил можно будет зайти на стадион. На стадионе не предполагается просто зайти погулять, посидеть на трибунах. Этот стадион будет чисто по направлению непосредственно учебно-тренировочного процесса по легкой атлетике, спорта и другим видам. И, конечно же, любители спорта, аматоры смогут на нем проводить свои тренировки, бег, но по строгим правилам, которые будут прописаны после открытия стадиона. Дякую вам. Пане Мстислав, до вас ще буде кілька питань. Можливо, планується розділити на секції любителів та професіоналів? Там буде розділено дійсно на секції, тобто там буде розділ, який, ну, розділ секції під футбол, під міні-футбол, буде розділ під метання коп'я, точніше секція буде під метання коп'я, а потім секция под прыжки в длину и также прыжки на шесте. Ну, на шесте. А питання таке не готувала, однак чи будуть чи передбачені камери, відеокамери на території стадіону? Я думаю, що скоріше всього, да, там камери є. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем также анонсировать такой проект, чтобы были еще дополнительные камеры видеонаблюдения, так как мы сталкиваемся с актами вандализма по нашему городу, тем более по левому берегу. Еще детальніше хочется спросить про коммуникации. Насколько складно было, какие складности возникли, и чи что-то капитально изменивали? Да, то есть сам стадион был изначально в очень-очень заброшенном виде. Когда к нам попал данный стадион, мы несколько раз проводили корректировки, то есть очень старые пятисотки. Работать по старым чертежам очень проблематично, потому что всплывают подводные камни. И, к счастью, мы данную проблематику решили с вопросом, с коммуникациями, с подземными работами. Поэтому, надеюсь, в дальнейшем под какие-то проекты, которые будут, такой проблемы не будет. Какое будет покрытие? Покрытие там есть, так как и резиновое, то есть для пробежки. Также там будет постелен в этом году газон под мини-футбол. Также будет также газон специальный под сам футбол, для того, чтобы проводились там соревнования, как мой коллега сказал. Живой? Да, да, живой. Визвідси питання щодо поливу газону. Звісно, там вже провели полив, тобто как бы осталось нанести окончательний слой. Ще до вас, пане Олександр, питання. Якщо порівняти майбутній стадіон імені, зрозуміємо скоро, як він називатися, та Олімпійські резерви на Запорізькому шосе. Який потужніший? Звісно, буде стадіон, легкоатлетичний стадіон, який сейчас на 95% готов. Это будет наш стадион. Во-первых, по количеству мест, трибун, коммуникаций, под трибуны помещений, обслуживающих помещений для спортсменов, судей,
для зон это будет стадион именно европейского мирового уровня. Я хочу сказать, да, стадион Олимпийские резервы, он принимает сейчас чемпионат Украины, но я хочу сказать, что такие виды, как метание молота, ядра, копья, можно сделать только на стадионе, где есть натуральное покрытие, что будет только у нас в городе. Дякую вам. Дякую, що завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Осіпов, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, та Ростислав Волоповський-Ярощук, заступник начальника управління департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Говорили про стадіон імені Петра Лайка, який скоро так оберуть йому нову назву. І як, власне, дніпряни, які є варіанти цієї назви, і коли ж все ж пройдуть перші змагання. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції об 11:15. Ми поговоримо про те, в яких випадках сімейний лікар до вас повинен приїжджати додому та вас обстежувати, на які аналізи безкоштовні може вас направити, і взагалі, чому потрібна декларація сімейним лікарем, так, в сьогоднішні часи. А о 12:15 до нас прийде психолог, і ми поговоримо про те, як фільтрувати інформаційний простір, як не панікувати і зберігати, так мовити, спокій на тлі постійних інформаційних атак про загрозу вторгнення ворогів до нас. Якщо бажаєте долучитися до наших прес-конференцій, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Шукайте дописи, дзвоніть, пишіть, пропонуйте, все побачимо, про все розкажемо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.